Сегодня в Алматы суд поставил точку в резонансном деле об убийстве 6-летней Лизы Пылаевой. На скамье подсудимых были тетя, бабушка погибшей и садовник дома. Судья Бахыджан Бакирбаев оправдал всех троих фигурантов в связи с недоказанностью их причастности к убийству ребенка. Несмотря на все это, правда о смерти девочки так и осталась не раскрытой. Городскому прокурору будут направлены материалы дела для установления виновного лица, а также обстоятельств смерти. Суд приговорил Шмакову Ольгу Сергеевну признать невиновной по пункту 14 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса и оправдать в связи с недоказанностью участия ее в совершении уголовного правонарушения. Рыжакову Леонарду Ивановну признать невиновной по части 2 статьи 420 Уголовного кодекса и оправдать за отсутствием события уголовного правонарушения. Махмудова Уктама Бурановича признать невиновным по части 2 статьи 420 и статье 432 Уголовного кодекса и оправдать за отсутствием события уголовных правонарушений. Судья Бакирбаев напомнил, что уголовное дело рассматривалось почти 5 лет. По делу выдвигались разные версии. Отец девочки не согласен с вынесенным приговором, который еще не вступил в законную силу и намерен обжаловать его. Отмечу, что 6-летняя Лиза Пылаева умерла в мае 2019 года во дворе частного дома, в котором жили ее родные. Напомню, мать и вся родня девочки настаивали на том, что девочка погибла в результате несчастного случая из-за падения статуи. Все это уголовное дело раскачивалось только из-за социальных сетей. Если бы не было давления, это дело бы завершилось еще в 2020 году. Вот из-за социальных сетей, из-за давления 5 лет люди мучились, сегодня, слава богу, всех оправдали. Время, когда было наступление смерти, что статуя не лежала, статуя сама упасть туда не могла, что у Лизы была обильная кровопотеря, крови нет, что вещи были одеты на ней не те, что это не собака. То есть это сделал человек. Но самое основное, что суд, он же не оправдал, он же не сказал, что это был несчастный случай. Он сказал на доследование, он не отрицал, что это было убийство, он сказал, что за недоказанностью Ольги. Ну да, Ольгу никто не видел.